Буферная зона в Донбассе, опасные организмы в голландских цветах и стволовые клетки как источник раковых. Мы начинаем выпуск. Трагическая случайность или системный сбой? Тот же перевозчик, тот же регион, столько же погибших. 2 за июль. Страшная авария под Красноярском. Почему российские дороги ежегодно калечат и убивают около 300 тысяч человек? Киевские лавры. Порошенко триумфально под камерой распорядился создать в Донбассе буферную зону. Ополченцы технику уже отвели. Как мы обещали, так мы и выполнили. Линия соприкосновения, данная техника отведена. Силовики по-прежнему стреляют, что обещает глава ОБСЕ. ОБСЕ сможет подтвердить отвод вооружений какой-либо из сторон, только убедившись в этом лично. Мы сможем сменить режим внутренней оккупации. Правый сектор готовится к смене власти. План уже есть. Не стоит ли за ним Коломойский? Его Укрнафта уплывает британцу. Олигарх подает в суд. Цветочная революция. Откуда в голландских тюльпанах калифорнийский трипс? Россельхознадзор присматривается к цветам из Нидерландов. Опустеют ли рынки, если все же запретят? Их знают в лицо, но не могут остановить. Сколько еще дебоширов поднимутся в воздух? Почему не пустить их на рейс по закону нельзя? Молодость с непредсказуемым концом. Стволовые клетки – как быстрый способ омолодиться. Чем может закончиться инъекция красоты? Она же беспредельно развивается. Она может уйти в ракурсы. Стоит ли шутить с вашей генетикой? В эфире телеканал «Россия. Большие вести». В студии Татьяна Ремезова. Здравствуйте. 2 уголовных дела возбуждены по факту страшного ДТП.